еще чуваки, средние волны живут, слушаем. Это у нас радио Яш на средних волнах. Так что, кто едет в машине, у кого есть приемник средней волны, вы можете слушать средние волны. Радио Яш. Тут такая музычка приятная будет звучать. А я сейчас под это дело возьму этот аппарат и пойду домой вот так вот с фонарем. И буду снимать видео. Это будет, конечно, не прямая трансляция. Но, в принципе, а что бы так не сделать? Опа. Аккумуляторы еще вполне живые. Ну, тут зависит от положения аппарата. Это же не телескопическая антенна. О, это я иду и слушаю радио Яш. И свечу себе фонарем на дорогу. Аппарат у меня за спиной. Во, в таком положении. Ну, это румынская музыка, своеобразная она. Они иногда мешают ее с хитами. Но мы как старые времена, древние времена, несем радиоприемник. Можно представить то, что это альпинист на ремне. Вот. А нормально играет. Частота 1053. Так, тут главное нигде не упасть. Тут камушки будут. А то я уже падал тут. У людей свет горит. Так что идем, добираемся с горы до дачи. Так, сейчас будем поворачивать. Аппарат повернем вот так. О! Аппарат немножко повернул, и он не потерял положение. О, о, какая музыка. Хиты. И все на средних волнах. Это вам не FM вашей страны. Так, положение. А, станция фадингует. И это нормально, она только начинает пробиваться. Опа.
сверчки сверчат. Во, выходит из фейдинга, пробивается. Вот так вот в пути можно идти и слушать средние волны с бумбоксом ночью. Так, а я дошел, мне надо ключи взять. Так, теперь мы повернемся на 360 градусов, аппарат. О, открываем замочек. Замочек у нас тут такой. Оп. Есть контакт. О. Так, замочек пока сюда. Ключик пока тоже положим. Так, вот мы аппарат развернули. Примерно как стоял океан. Ну вот смотрите. И вот так вот я шел с аппаратом. Сейчас еще здесь включим свет, чтобы был. Радио Яш радует хитами.